во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. На этом портрете мой прадед, Мордвинцев Михаил Павлович, 1907 года рождения. В 1941 году мой прадед был призван на Украинский фронт, это Ростовская область. К сожалению, на данной территории он ушел из жизни. До сих пор мы всей семьей ищем место захоронения нашего прадеда. К сожалению, спустя 5 лет наших поисков мы не можем найти останки нашего прадеда. Но наша семья, мы внуки, правнуки, праправнуки, все знают и помнят нашего прадеда. В наших домах стоят портреты. Каждый год 9 мая мы собираемся нашей большой дружной семьей и вспоминаем нашего защитника Великой Отечественной войны Мордвинцева Михаила Павловича.